то время, когда я учился в педагогическом университете, не было таких конкурсов, которые давали бы жизнь, путевку в рамках подтверждения той идеи, научной идеи, которая становится реальностью. Мы рассматривали волонтерство как социальную общность и как социальный институт. Пытались найти какие-то практические моменты, чтобы государственным органам было легче активизировать и использовать потенциал добровольчества. Моя научно-исследовательская работа была посвящена исследованию превращения хиноксалинов и 1,2,4,3,1 как потенциальных биологически активных веществ. Данные соединения могут проявлять потенциальную биологическую активность, поэтому в дальнейшем, возможно, могут быть использованы как новые медицинские препараты.